Летний сорт. Вот это БР, это не та. Летняя. Да. А я хочу, типа, у Сани есть типа осенняя, типа на тул привить. Ух ты, какая. Что а что это такое? Плакучая Вербаб, форма. Наверное. Класс. Вербаб. Какая она крутая. Это плакучая форма. Вербы? О, картошка. Потом поспрашиваю. Классный будинок для собаки. Цена 2,5. Мои любимые хвойники. Так вот это там слева.
Моя дочка вот сейчас тоже увидит. Она... Сколько? Вы так не продаете? Не, почему? Ну, цены не меняются, у нас цена утвержденная. У нас есть каталог, который утверждается на семейном. Заранее, тоже купить. Ой, виноградик. Так а муравьи сожрут. Не сожрут. Ой, голубика, глянь. Мала хотела, только ежевику она хотела. Ой, я живу, воно. А якщо вже велика, то можна і вибити. А почем ежевика? 70-80. Ага. Бабушка. Скажи, приезжаем, а она там, скажи, с собой. Она может где-то, возможно, где-то в зале. А мы вас не снимаем. Надо? Домашний. Да. Только у нас саженцев. Все они закутаны в коробки, потому что они у нас находятся, ну, как бы наш участок считается, как бы, знаете, как поле. И у нас могут промышлять зимой зайцы, обгладывать кору. А вот таким способом проверено уже второй год подряд, все саженцы целые. Так вот мы делаем. Вот. И мы купили пока что один саженец. Это слива венгерка. Это тот сорт, с которого делают чернослив. Очень хорошо отходит от косточки. Вкусовые качества отличные. Поэтому мы ходили, бродили. Остановились пока на одной сливе. И почему? Потому что у нас еще не подготовлено место. Нам бы еще саженцев пару штук не помешало, но мы сначала подготовим место. Вот. Либо весной успеем, либо уже на осень посадим. Дерево прольем стимулятором, чтобы хорошо прижилось. Хоть земля и влажная, но все равно. И, кстати, вылазит мой лук-батун. На удивление, самый первый. И еще это луковица декоративного
лука алиум. Я делала осенью заказ. Кому интересно, я оставлю ссылочку, посмотрите, как он будет цвести шапочкой. Высадила свои гиацинты, которые у меня цвели на выгонке были. Вот они уже живут тут в Шене. Все, готово. Обязательно свежепосаженные саженцы нужно подвязывать. Вот так вот фиксировать колышками. Потому что ветра, они расшатывают и не дадут саженцу нормально укорениться. А у нас ветра тут пока что сильные. Вот. Видите, как шатается саженец? А там он должен быть зафиксированным. Все. Надеюсь, приживется. Нет, я знаю, что приживется. Купили 3 сорта картофеля еще. Это ранние сорта. Вот так он называется и так он выглядит. Вот так он называется. Эти два сорта районированные, то есть они украинской селекции, потому что нам предлагали голландской селекции, я не захотела. Вот. Розара, она розовая. И еще взяли один немецкий сорт, называется Винета. Тоже 40 дней. У наших знакомых такая есть, я определяю ее по кожуре. У меня вот такая пористая кожура. Вот такая пористая кожура у нее. На вкус она очень хорошая. За несколько дней до посадки картошка будет разрезаться. Допустим, вот такую вот можно и порезать. Та, которая помельче, нет. Вот это да. Вот такие были покупочки полезные. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока-пока.